Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Люди, которые имеют буквы «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Этому имени символизирует планета Уран. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Прежде чем что-то сделать, эти люди надолго задумываются. Сначала им необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Люди с буквы «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Представители этого имени присущи такие качества, как мелочность и осторожность, нежелание рисковать, привычка верить исключительно в собственные силы, а также во все основательное, конкретное, во все, что можно рассмотреть, измерить или пощупать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.